все говорят, что я хорошо пою. А как бы мнение окружающих для меня стало, наверное, первым поводом для того, чтобы поучаствовать в этом проекте. Ербулат родом из сельской семьи, где было 12 детей. О специальном музыкальном образовании для него родители даже и не думали. Просто самоучка. Ну вот, ничего не изучал, ничего не знаю. Ни даже в музыкальной школе не учился. У Ербулата настоящая мужская профессия, о которой он мечтал. Работаю я в противопожарной службе города Павлодара. Первой части, СПЧ-1, командиром отделения. Начальник, когда узнал, что я еду на X-Factor, помог. Сразу сказал, что вне очереди отпуск отпустили меня. Приветствую. Как вас зовут? Ербулат. Ербулат, очень приятно. Кто с вами сегодня? Мой братишка Рахим. Рахим. Мы будем за вами наблюдать, переживать, болеть. Отличный костюм. Желаю вам, чтобы сегодня удача была на вашей стороне. Пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Ербулат Кабасов из города Павлодара. Сколько вам лет? Мне 41. Какое отношение к музыке имеете? Вообще никакого. А кто по профессии вы? Я пожарный. Браво. О чем мечтаете, Ербулат? Петь. Мечтаете петь? Всю жизнь мечтаю. Всю жизнь мечтаете. А почему так поздно пришли? Когда я был молодой, в лет 20 не было проектов таких. Понятно. А в первые проекты как-то смелости не хватало. Все понятно. Что вы для нас приготовили? Я хочу спеть «Беловежскую пущу» из репертуара «Песняры». Хорошо. Заповедная даль, свет хрустальной зари, свет над миром встающий. Понятна твоя вековая печаль. Беловежская пуща, Беловежская пуща. Понятна твоя вековая печаль, Беловежская пуща, Беловежская пуща. Здесь забытый давно наш родительский кров, и услышав порой голос предков зовущий, с птицей весной издалек веков, я к тебе прилетаю, Беловежская пуща, с птицей лесной из далеких веков, я к тебе прилетаю, Беловежская пуща. Спасибо. Спасибо вам огромное. Ербулат, боже мой, что ж ты делал всю свою жизнь? Пожары души. Потрясающе. Просто потрясающе. Классно. Я в восторге. Настолько проникновенно, спасибо. Красиво. Спасибо. Я думаю, что мы единогласны. Единогласны совершенно. И это три «да». Да. Спасибо. Заветный напев, чудо твое. Попробуем выиграть этот X-Factor.